просто мерфолк и мантикора. Мантикору пробуем убить эрстрайком. Мантикор летающий просто. Здесь фризинг клауд. Здесь арба. Дайс разошелся. Что-то фризинг клауд большой становится, вы знаете. А что у него там? Резист к электричеству. Да, слушайте. Резист к электричеству. Какая печальная история. Я его не могу руками ударить. Так, если у нас резист к электричеству, кто-то вплотную находится, и не хочется тратить монопоинты на всякую фигню, то что нужно делать? Эйрстрайк, конечно. Так вот себя. О! Выстрелили, сразу мана у нас увеличилась. Спускайся под инвизом, наказывай. Так наказываю. Нас ударили, что ли? А. The faun hits you from afar with his spear. Что мы видим? Слинга. Скролл телепортейшна. Ладно, фаерболом тебя так уж и быть убью. Оп. Не убью. Мана кончилась. Я еще не стерлинг, не забывайте. Я надеюсь, там просто кого-нибудь съесть, поэтому я спущусь так вниз. Сделаем, покушаем. Вот, прекрасно закусили этими местными ребятами. Вкусные змейки. Дучи, не надо скрываться и прятаться, чтобы наказать непослушных мерфолков. Да ладно, все хорошо. А, что здесь у нас есть? Давайте посмотрим уровень более внимательно. Спуски вниз есть. Зод, ловушки зод, прекрасно, зод-трэпы. Мечтал по ним пройтись, явно сюда мы не пойдем. Да, тут, конечно, с другой стороны есть что-то полезное, что-то крутое. Но что-то меня это не сильно впечатляет. В принципе, из опасного тут, скорее всего, вокруг вот этого вот волта не так уж и много всего. Большую часть мы должны были убить. Поэтому сейчас обойдемся вокруг, тут пройдемся. Potion of Magic, прекрасно. Это очень опасный участок, говорит некрофагист. Я в таком чуть не умер пару раз. Зот-ловушки могут насамонить противников, которые сами наступают на ловушки. Да, зот-ловушки — это очень опасная штука. Я, естественно, не собираюсь туда сейчас соваться. Может быть, когда-нибудь потом, когда у меня появится желание самоубиться, то обязательно. Отличный способ просто. Так, кого мы видим? Мерфолк импейлер. Прекрасно. Разлетелся на мелкие осколки. Просто. Что же мы здесь видим, кроме зот-ловушек?
Пожалуй, отойду-ка я немножечко. Там мерфолк-то я убил. Нет. Мерфолка я не убил. Теперь убил. Прекрасно. Что у этого было? Trident on free, of freezing. Просто роба какая-то. Окей, давайте смотрим внимательно, что мы здесь видим. Мы видим артефактное кольцо, две штуки. Посох какой-то. И, собственно, все. Два артефактных кольца, это уже неплохо. Но с учетом того, что у меня достаточно артефактных колец и так есть, возможно, не так уж это все и интересно. Надо с другой стороны посмотреть, что там видно, кроме ловушек ЗОТ. Они, как видите, в шахматном порядке расположены. Мы две ловушки, конечно, не видим, но есть мнение, что здесь тоже две ловушки. Лут. Именно лут. Деньги, кольца. Красота. Стану богатым. А, умру богатым, точнее говоря, хотел сказать. О, артефактная роба. Так, обычный мерфолк. Я не тем занимаюсь, скажу вам. Упс. Фаун. Гибрид с торсом человека и four legs of a god. А, это... А, мне показалось, они чем-то на змей похожи. Нет, это просто ноги козла. Такие люди-козлы. Сколько у него чего там вообще? 50 хп, корона, confusion. У нас маны мало. Блин. Откуда вы все появились? Все снейки какие-то. Вот тебе. Замедлись. Ой, так не надо делать. Походу, пора сваливать. Непонятно, в какую сторону. Сатира это на самом деле, говорит некрофагист. Снеки? Закуски? Да-да-да, хрум-хрум, вкусные ребята. Он у меня там лежит 5 кусочков таких снеков из этих ребят. Змейка, похоже, потерялась немножко. Это нам на руку. Это на руку. Все, змейка сдохла. Нас кидают слингбуллетами. Прекрасно, пусть продолжает. Он у нас попал даже, смотрите, хитрец. Тем временем у нас мана регенится. Мне просто рефлект сейчас не надет. Поэтому, конечно, это все выглядит немножко опасно. Так, чуть-чуть. Замерзла насмерть, да? Кушать захотелось. Съедим снека. Надеюсь, там мою робу никто не украл тем временем. То, знаете, всякое бывает. Нас не замечает. Просто обычный мерфолк.
Что-то похоже необычный мирфолк какой-то. Looks easy, но не убивается. Убился. Убилась даже. Еще одна змея. Да вы шутите? Там, похоже, что-то многовато всяких врагов. Пора отступать к лестнице. Что у нас на Детриген? Тортлы приплыли. Там же Лешка. Где же Лешка? Черт, он играет слишком осторожно. Приманил его на артефактную робу. Да, меня как-то так приманивает. Тирапан поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает. Привет, Дайс. Привет, чатик. Спустя столько времени мне наконец удалось попасть на стрим. Спасибо тебе огромное, Дайс. Столь много положительных эмоций было тобой даровано, и мне не доводилось видеть стримеров лучше тебя. Приятного вечера и стрима. Спасибо тебе огромное за такие теплые слова. Приятно это слышать. И спасибо за поддержку огромную. Огромное спасибо. В общем, приятного тебе просмотра стрима. Ну, как и всем остальным, кто тоже его смотрит. Убивайся зимней стужей. Зимней стужей, да, конечно. Против снайпинг-тортлов, наверное, айроншоты всякие помогают хорошо. Блин, по 3 айроншота приходится вкладывать. Очень серьезные вложения. Так, мне еще и замезморайзили. Окей. Умрите. Доджинг 14 левела. Прекрасно. Что на меня надето? Реген. Опять-таки реген. Да, весь уровень забирается сюда, похоже. Еще снайпинг тортл. Пойду-ка я отсюда. Нам надо бы спуститься по другой, по какой-нибудь лестнице. Не по этой. По этой? Тебе не будет мезморазить, если ты всех убьешь. Да, так и есть на самом деле. Это самое лучшее оружие против подобных вещей. Плюс ко всему прочему, я сегодня читал... тем того, как слаймы проходить. Ну, слаймы явно не скоро мы будем проходить, возможно, даже... Не, будем обязательно. Но там основная проблема — это мутации. И вот автор гайда рекомендовал, что самый лучший способ избежать мутации — это убить всех до того, как они смогут тебя замутировать. Вот. Я с ним полностью согласен. Вот снайпинг тортл. Потому что теперь придется нам вернуться все-таки за робой. Поехали. Так. Мирфолк там жив? Не, не жив. Прекрасно.
Вот это переключение постоянное амулетов, оно что-то немножко подзадалбывает уже. Слайма за мага со спилами 9 левела изич. Так, стоп, а ведь есть же кнопка какая-то для переключения между предметами. И... сейчас мы попробуем посмотреть, это работает только на оружие или же на амулеты тоже. Wield item. А, or switch to be. Wield. Именно wield, к сожалению. Просто свичнуть нельзя. Жаль. Макрос, напиши на переключение. Окей. Слайма за мага со спилами 9 левела. Это изи, говорит некрофагист. Там почти все милишники. А Royal Jelly под фарштормом только халявную экспу дает своими саммонами. Саммоны дают экспу? Вы серьезно? Если это так, то я хочу этих саммонов и эту экспу. Роба. Теперь надо вернуться на лестницу и примерить робу. Что пока на лестницу не вернешься, примерять робу плохая идея. Мало ли что в этой робе. Если ты грохнешь Рейл жилет, то нельзя будет выбрать живу в качестве бога, а она в лейте очень полезна, говорит Азаморф. Только чисто из-за мутации, хочешь сказать? Так, кто-то хочет нас... в сеть отправить. Не бывать этому. Разве чатик не должен оповещать о левелапе? Должен Ллойд. У меня есть надпись. Пользователь Ллойд получил звание 4 сержант. А в чате его что ли нету? Ну-ка посмотрим. Да, слушайте, в чат почему-то не написала, да? Странно. Ну, я разберусь с этим. Ну, как бы чатик, видимо, не дочинили мы до конца. Придется еще немножечко над ним поработать. Фигня мутации в новых версиях бутылей на мутку полную. И реролить им плохие мутки легко и приятно. Ну, все наладится. У тебя даже и никнейм такой классный, который говорит, что можно не париться насчет мутации, все наладится. Да, я в целом видел, когда прохождение спидранера, который играл за дворфа Мкалиба, то там у него счет этих зелий мутации было дохренелион. И его мутировали, а он обратно зельями отпивался и приходил в норму. Просто нон-стопом, вы знаете, там не так, чтобы подумать, применять зелье мутации или нет. Шмяк-шмяк-шмяк по кнопкам, там 10 зелье мутации выпил, окей, бежим дальше. Просто вот какая-то трешасина реально. Но я не уверен, что это доступно вот в таких этапах игры, как сейчас. То есть это, возможно, где-то в Extended Game, там, в Pandemonium, не знаю, в Зигуратах много их. Статы бустят, есть обилка на ваншот определенных монстров и превращение их в желе. С другой стороны, это не бустит наше заклинание. Не сказать, чтобы Вихумет сильно бустил, но он хотя бы ману за убийство возвращает. Там необычные саммоны, как отдельные мобы появляются. За милишник это боль, ибо надо убивать королевскую желешку за пару ходов. Да, это реально, за милишника я видел там людям. Ну и сам я, по-моему, как-то все-таки убивал ее раньше. Но за мага, мантикора. Где тут мантикора была? Вот она. А что-то у нас отношения с Вихуметом упали. Ну, не то чтобы сильно, но все же, заметьте. А все знаете почему? Что я мало убиваю. Чем-то нас. Томохавк. Эксплозив. Ай-яй-яй. Нехорошо так делать. А я тоже могу эксплозивом бить.
Не уверен, что вот это заклинание в тему. Фаербол, наверное, самое лучшее, потому что у них эвейжен большой. И видите, одного убил, другой встает на его место. Благо мы находимся рядом с лестницей. Нужно отступить и порегенить немножечко. Недолго регенилось, конечно. Александр Кот, привет, говорит. Привет тебе. Че, последний фаербол убили. Маны ноль. Поднимаемся на лестницу, там всякие переодеваем амулеты. На этом уровне у нас вроде все зачищено. Остался только титан на первом уровне. Титана я не уверен, что я хочу убивать. Вот. У нас есть замечание о том, что там есть титан? Нет, надо написать ноут. Кто сказал, что Вихумет не помогает с кастом? Add to destructive magic. Your chance of miscast destructive spells is reduced by 35%. Нет, некрофагист, я не про это. Я говорю про то, что Дживу не помогает. Просто все эти слизни, они явно не для того, чтобы играть за кастером. Хотя, может быть, я ошибаюсь, и за кастера тоже норм. Snapping Turtle, отведы живительного арпца. Их у меня топ, топ. Кто бы спорил там? Говорят, макрос написать надо. Я вот что-то тоже начинаю задумываться, что макрос — это неплохая идея. Ну, ваншот. Fire Magic 13. А, нет, не там, не Морайс, Меморайс. Торнадо 52, у Фэрстормы 26. Возможно, все-таки Air тоже надо немножко получить. Air, Fighting, Dodging, Conjuration, Fire Magic, Spellcasting, все надо учить. Вот все вообще прям до единого заклинания. Газак круче Хумета будет. Ну, конечно, можно покупать всех и вся. Когда можно всех покупать, то уже не важно, какие у тебя обилки. Все купленные. Так, ну что, я там насчет лестницы говорил. И насчет того, что я хочу броню примерить. Она, скорее всего, какой-нибудь фигней окажется проклятой. Но так или иначе... Давайте ее напялим. Робот догматизма с резистом электричеству, с Invisible и стелсом. Это на самом деле много наших проблем решает, я бы сказал. Я вот задумываюсь над тем того, что вот этот посох может быть не так уж и хорош. У нее, правда, армор рейтинг 2 и 3, точнее говоря, и выше не будет расти. Эрлек, Синвиз. На чем у нас Синвиз вообще? На кольце на каком-то, насколько я помню. Да, вот на этом кольце, которое Corrosion нам дает. У нас есть другое кольцо, более прикольное, которое инты меньше дает, к сожалению. Но наверное, Corrosion не дает, зато дает Стрэнджу. Пора делать Титану Бобо. Да у нас Эрлек есть и так уже. Так-то Эрлек всегда с нами. А делать Бобо Титану — это, безусловно, тема. Кстати, там есть отдельный где-то вдалеке островок. Давайте на автоэксплор, что ли, поедем. Или нет. Кстати, переодеть назад надо. Все-таки, наверное, реген. Что у нас все, что есть из этого, есть, а регена нет. Что мы здесь видим? Мы видим просто отдельный пустой островок.
стелс-крут, говорит некрофагист, ты его недооцениваешь. Возможно, да. Но я бы предпочел, чтобы на этой робе Мар был бы. Если бы там был и Мар, то было бы веселее гораздо бы. Не знаю, зачем я так делаю, но прикольно. Вот. Тем временем я уже very hungry. Давайте посмотрим внимательно сюда, что мы видим. Мы видим ловушки ЗОТ. Они выстроены каким-то паттерном. Каким хрен разберешь? Но это, по сути, волт с ловушками ЗОТа. Топ-10 фраз перед смертью. Давайте поедем на XT Explorer. Да, согласен. Что дает ZOT-трэп? Inflicts dangerously unpredictable magical effects on those unlucky enough to step on it. You may find yourself thrown into an abyss, contaminated with enormous amount of wild magic, have mighty fiends summoned against you, or the like. Вот or the like мне это очень нравится. The monsters of a dungeon may even trigger it themselves to invoke its effects against you. Опа. Почему Тингу до сих пор жив? Хороший вопрос, сам пытаюсь выяснить. Вообще, что нужно для того, чтобы замечать ловушки, реально? Что для этого требуется? И что тут может быть, кроме ловушек еще? Разряди ловушки сервитором. Если что, тпшнешься куда подальше. Да, в абисе тпшнусь и вообще... Представь ситуацию. Ты на автоэксплоре заходишь в чужой район. Со стелс плюс-плюс-плюс парочка противников замечает тебя и устраивает крестовый поход за твоим хвостом. А с двумя шмотками на стелс и чуть-чуть прокачанным стелсом они все будут спать, и ты спокойно уедешь. Звучит правильно, но... Блин. Я хочу два артефактных кольца тебе. Я очень хочу тебе два артефактных кольца. Я вообще просто... Слишком жадный. Пожалуй, я зайду сюда. Съедим, наверное, на дорожку что-нибудь. Млетик у нас правильный. Поехали. Насколько я понимаю, ловушки симметричные. Стоит ли идти в сторону золота? Удален амулет резиста мутации. Да, резист мутации в игре остался, Александр Ред, но только на выбранных артефактах, заранее созданных. Иди, что может случиться плохого? Лети в воду, там нет ловушек. Но у меня такое чувство, что вот здесь вот может быть ловушка. То есть, как бы, в любом случае проходить вот как-то вот так, наверное, ну, хуже, чем проходить вот как-то вот так. Ха-ха-ха, в воде нет ловушек. Что там есть мерфолки? Читаем, что происходит. Сколько же их тут, а? You hear loud Zod. Кто тут появился? Twister. Looks harmless. Max HP about 12,000. Это поевали. Ну еще фаербольчик и валю. А торнадо вокруг него, оно насколько опасное? Raging winds. The winds of raging tornado. It will deal severe damage to anyone within it. Понятно, я тпшусь.
Он безобидный, игнорь вортекс, говорит изоморф. Они активируют ловушки, кто бы мог подумать. Да, не, слушайте, надо подумать реально. Может, реально ТПшница? Тут либо нужно в них... Не, вопрос торнадо вот это, в котором я стою, оно насколько опасное. Вортекс лукс хармлес сам по себе, а вот торнадо вокруг него... Юзай фиалку. Чтобы еще больше ловушек активировать? Ну, тема. То есть моя задача на самом деле идти вперед. Кто здесь есть? Мерфолк Аквамансер. С Primal Wave'ами, Стимболами, Блинком и Труайсиклом. Не очень хорошо. Торнадо только двигает твой персон, наносит чуть-чуть урона. Может быть, арбой зарядить? Сюда вот. В Аквамансера. Как вам такая тема? Одумайся, там же кольцо лут славы женщины. А я же смогу сюда вернуться после ТП, согласитесь же. Должен же иметь возможность я вернуться потом. Должен. Насколько я понимаю, по крайней мере. Не, надо правильно оценить, насколько опасна эта ситуация. То есть, насколько я вижу, пока она вроде не сильно опасная. Хотя, конечно, торнадо в ловушке зод меня может отправить. Арба рядом со стеной взлетит. У меня такое получалось раньше. Арба. Фиала. Тебе не стоит рисковать сейчас за два кольца. Слишком много противоречивых мнений. Кто-то говорит, отправляй фиалку. Кто-то говорит, там, телепортируйся. Кто-то говорит, раба не взлетит. А я говорю, взлетит. И видите, как, в общем, мнения разделились. Но мне немного не хватает понимания этой ситуации, на самом деле, для того, чтобы определить, что меня сейчас больше всего беспокоит. Вот больше всего меня беспокоит сейчас в данном случае этот Мерфолк Аквамансер, на самом деле. То есть как от него избавиться быстро? Арбой, наверное? Не фиалка, я думаю. Только вперед. Ну да. Но Аквамансера надо убить. Сервиторы там рекомендуют призывать, чтобы тоже по ловушкам прошелся. Копируй папку DCSS. О, да. Я же никого не убил пока что еще. Вот что меня больше всего беспокоит. А потом вернусь, а здесь все те же самые. На тех же местах. Тем же самым занимаются. Ты сейчас рискуешь склеить ласта за два кольца, которые могут оказаться херовыми. К тому же сюда можно вернуться потом после эльфятника. Ну окей, давайте так. Я сделаю телепорт, да, правильно, в принципе, некрофагист говорит. А после этого юзаю... Чё? В этого мерфолка Аквамансера. Да у него резист к Poison нету, Poison я у него юзаю. Ну, то есть Мефетик Клауд. Тебя в любом случае не ваншотнут. Да. Что думаешь про новый аддон Вова? Прикольно, но Вов я бросил все это. Слишком много времени пожирает. После того, как играешь в Вов, у тебя нет времени уже ни на что. Фиалку юзай. Ну и что, заюзу я фиалку в нее, например. Давайте послушаемся изоморфа. Изоморф все время хорошие советы дает. Вот, заюзали фиалку. Делаем шаг. Вот так. Что произошло? Читаем. You hear a loud zod. The Merfolk Aquamancer moves out of view. Merfolk and water nymph comes into view. You engulfed in raging winds. The Merfolk hits something without reason. You hear distant zod. Vihumet accepts you kill. You feel your power returning. You hear a splash.
feel a bit more to experience it. What a nymph moves out of view. Это торнадо тебя об стену шмякает. Похоже, да. За счет чего мы получили урон? You engulfed in raging winds. Merfolk hit something that trident. Ну, похоже, все-таки... Оцени, с чем ты сейчас играешь, говорит некрофагист. Explosions. Ball lightning, твистеры, summoning soul eaterов, риперов, greater демонов. Petrification paralyzes, draining, contamination lose MP, losing charges from wands, stat loss, silenced. Да, похоже, пора телепортиться, вы знаете. Так. Облачка мои не работают. Остается только жахать. Чем жахнуть-то в нее можно? Закрывает элементаль сейчас путь к ней. Всякими там направленными заклинаниями никак. Но только Airstrike, похоже. О, торнадо рассосался. Немножечко охладим их. Прекрасно. Хитпоинтов уже очень мало у этой мадам сирены. Что-то я даже не вижу сколько, но очень мало. Наверное, нам нужно попробовать ее добить эрстрайком. Что, чем еще я попробую сейчас? Фэрболом. Ну, так вот, не очень хорошая тема. Сирена, аквамансер. Аквамансер убили. Прекрасно. Как бы теперь оставшихся-то замочить? Чем-то жестким. Раншотом. Really fire new water elemental direction? Че, серьезно? Вот это вот my water elemental direction вообще? А, да, он стоит за ней. За ней стоит water elemental. Давайте гарпию тогда эрстрайкнем. Гарпия почти мертва. Прекрасно. Слушайте, не добили ее. Кого мы видим? Никого ударить не можем. Слушайте, я хочу вернуться туда. Мне там понравилось. Там классно. Ладно, надеваем реген. Еще раз. Да, да, изоморф, конечно, еще раз. Конечно, как же иначе? Ты что? Так, все, вот элементали кончились. Они регенят, хитрые заразы. Посмотрите, нимфы, гарпии, мерфолк сирены. Мирфолки. Ну, вообще, большинство изи. То есть, в принципе, изёвые ребята. Светок ТП есть, можно еще раз. Да.
Я думаю, некрофагист против явно, но чё поделаешь? Кто же его спрашивает-то? Не, на самом деле, без шуток, спасибо вам огромное за советы. Вот. Можно попробовать отойти, чтобы у входа они не толпились. Но вряд ли это в ближайшее время происходит. Произойдет, то есть. Ну да, некрофагист, я понимаю, за безопасный кролл все дела, но... Так же неинтересно жить! Ты что, как можно без риска подобного? Как-то два артефактных кольца, которые, скорее всего, полная фигня рядом. У них триденты, там всякая остальная фигня. Давайте, ладно, попробуем посмотреть, что на уровень ниже. Это у нас четвертый уровень шолсов. Довольно опасный уровень уже. И мы, похоже, видим то место, где руна находится. Потому что здесь вот такой вот необычный вид стены появляется. С чего фир юзнешь? Да, различных вариантов, что делать, у меня есть. Ага, фир противников... По ловушкам разбегутся. Ну, надо же как-то справляться со всем этим. Оп. Подобрали. Дочь тут титаны. Щемись. Ох уж эти титаны. Юзни маппинг на четвертом уровне шоус. Надо знать, откуда они могут вылезти. Ну, да, правда, есть такое. О, а это мы где? Норфолк импейлер. С тризнутым пирсингом. Основная проблема у него только ИВ. А что если мы его попробуем? Нет, ведь кладом мы его не достаем. А, я вспомнил, на четвертом уровне шолсов будет много вот таких вот маленьких каменных строений. Кабинок маленьких, в которых где-то руна лежит. Начал недавно пересматривать прохождение Eye of Beholder перед сном, говорит Рикан. Такое ламповое уютное прохождение, аж самому хочется пойти, поползать в канализации, потом умереть от укусов крыс. Да. Юзай маппинг. Окей. А, кстати, маппинг. Где-нибудь еще есть? Да, еще один свиток продается. В принципе, хватит 6 мажик маппинга, наверное. На игру-то. Что там, в зоте еще Magic Mapping понадобится на последнем этаже. Где-нибудь, не знаю, где фантазии больше не хватает. Мимизис Редлайн приветствует и говорит: помню, ты проходил Daggerfall, не планируешь для полного счета пройти арену? Не, спасибо. А я когда Daggerfall проходил, мне так уже было плохо. Если ты хочешь, чтобы мне стало совсем плохо, то... Да, я думаю, многие ждут такой боли, но... Нет, спасибо, обойдусь. Там не только руна лежит, но и монстры. Что-то стоящее. Ты имеешь в виду, кроме монстров, еще что-то стоящее? Пляжные кабинки для переодевания, да, страшное место. Ну вот, а я о чем говорю? И вот когда у тебя карта открыта, у тебя такое впечатление создается, что как бы, ну вокруг безопасно же. Ну что, карта-то открыта. Ага. Ты не знаешь, кто там в этих местах, где все открыто. Там злые ребята. Ну, мантикоры еще не очень злые. Окей. Хочу апартейшн. Где мой апартейшн? Почему у нас нет из этого заклинания? Неизвестный свиток, между прочим. Что мы делаем, когда видим неизвестный свиток? Сломя голову, летим вперед. Циклоп появляется. Хм. А, как оно? Да прекрасно. Привет, Крис Хунтон. Диггинг плюс лестница. Угу. Тут приливы.
А видите, как циклопы умирают? А что у нас вообще с Freezing Cloud'ом? Conjuration Ice Air. Сила далеко не максимум. Можно еще, в принципе, туда вложиться. И в Ice, и в Air. А что у нас еще айсовое? Есть что-нибудь? Нет, ничего. Только Air. В Air надо вкладываться. А я его не качаю, вы знаете. С другой стороны, Memorize Firestore. Memorize потихонечку у нас движется в нужном направлении. Давайте прочитаем свиток идентификации на вот этом свитке. Scroll of Torment. Прикольно. Еще один насмерть замерз. Пощади, Дед Мороз, нам таких подарков не надо. Да ладно. Это сначала такие. Дед Мороз, подарки нам принеси, а потом... Нет, дедушка, остановись. Привет, Долмайлен. Которую нужно зачистить и прокопать. А, ты имеешь в виду, вот эту штуку можно зачистить и прокопать? Так, здесь вот нимфа. Выманиваем чувака. Что-то он как-то хреново выманился, но окей. Все равно умрет. Есть шанс, что на лестницу надо будет отступить, а из севера выйдут противники, и ты будешь окружен. Да, теперь есть шанс, что с юга выйдут противники, я буду окружен. Или с востока выйдут противники. Да ладно. Кругом враги. Еще один. С тридентным пирсингом. Уж эти пенетраторы. Так, другая нимфа. Или это та же, но блинкнула. Они умеют такое делать? Нет, у них только Waterstrike. Они вообще изёвые. Обратно на лестницу отступим. Гиты падут. О, да... Ох, что это менингит шолский. Hits a rock wall. Окей. Мерфолкс comes into view. Где? Удивляет меня живучесть этих тортлов. Вообще просто бешеная какая-то. А ты чё не умираешь? Heavily wounded, понимаете ли. Вот, другое дело. Гарпи. И стоишь такой на лестнице. Потихонечку кастуешь заклинание. Все хорошо. Четвертый левел шолсов. Там хоп, из-за угла выйдет кто-нибудь. И начнутся проблемы. Кролл во многом это управление рисками. Да, некрофагист, в этом ты прав. Если играть аккуратно, танцевать на лестнице, грамотно выманивать врагов, использовать нужные предметы, то ты снижаешь шанс попасть в плохую ситуацию. Ну, вот сейчас, видите, по одному врагов разбираем, стоим на лестнице, все классно. Все черепахи Cold Blood просто, use не фризинг. Окей. Я про это забываю все время.